Друзья, всем привет из Батуми. Нахожусь на перекрестке улицы Пиросмани и Джавахишвили. У нас сегодня очень хорошая погода, где-то плюс 16, ветра нету, дождя нету. И сегодня с вами пройдемся по Батуми. Ой! Смотрите, сколько людей у нас на улицах. Ноябрь месяц. Очень много народу. Люди прибывают и прибывают в Батуми непрерывно. Добро пожаловать в Грузию. Вот мой любимый киоск из прошлого. Никто его не демонтировал. Он по-прежнему работает. Я как-то этот район снимала, но кажется, кто-то просил меня, но так и не объявился тот, кто просил поснимать Джавахишвили 2А, по-моему. Ну, ничего страшного. Главное, что видео есть, пусть смотрят. Кому интересно. Вот эти дома, которые черные, вот эти дома, я не знаю, как они там называются, какой-то интурист или что-то такое, вот они строятся здесь. Все с ними нормально. Я просто их уже снимала тоже, меня уже просили, но видео, конечно, уже далеко ушло вниз. Но это отдельное видео, сейчас просто мы пройдемся. Я думала, да, что буду чуть почаще выкладывать видео, да, тоже думала, что буду каждый день выкладывать, но, к сожалению, каждый день не получается. Эксперимент не удался, скажем так. Потому что очень много дел. В общем, по времени невозможно каждый день и снимать, и монтировать, и выкладывать. Это надо только этим и заниматься. Есть еще и другие дела. Вот здесь на улице Джавахишвили очень облагородили. Теперь вот все хорошо здесь. И детские площадки, и тротуарчик хороший. Каштаны это вообще великолепие, потому что напоминает детство. Шикарно. Жизнь кипит в Батуми. Так, идем в старом городе по улице Пушкин 6. Идем в магазин Горги. Видите, у нас вот такая тележка теперь появилась на колесиках, чтобы на себе не возить некоторые продукты. Вот, видите, здесь все по петларе. Ну, здесь, да, здесь Пушкина, это ж улица, стройматериалы, сантехника. Нам надо где-то здесь перейти дорогу, да.
перейдем здесь. Небо сегодня красивое, а мы, как обычно, не на набережной. Идем смотреть какие-то кастрюли. Не знаю, зачем. Горная вода у нас льется рекой. Всем привет из Батуми. У нас прекрасная погода. Небо ясное. И золотая осень, листики желтенькие на деревьях. Иду по улице Флория Стрит. Так хочу пирожок с картошкой. Сейчас посмотрим. Вот видите, какие красивые пирожочки. Ларе 50. Сосиска в тесте. Вот купила два пирожка с картошкой и одну хачапури. По-эмеретински 6 лари стоит. Пройти мимо фруктов, такие яркие краски, очень красивые цвета. Цены не написаны. Но хочу вам сказать, что вот эти яблоки очень вкусные. Вот эти темно-красные. Посмотрите, сколько винограда. Каких сортов только нету. И вот так вот на каждом шагу. Курс на сегодня. Сегодня у нас 16 ноября. Хотела сказать 16 июля. Вообще уже. Иду по улице Пушкина, пересекаю Грибоедова. Здесь вот машины тоже везде ремонтируют, шиномонтаж. Еще какая-то шаурма открывается. Вещи. Вот здесь раскладушки продают. В общем, улица Пушкина, она такая очень торговая. Все здесь есть. Помните, я как-то показывала или не я, уже не помню, здесь снесли дом старый и будут строить вот такой бизнес-центр. Красиво будет. Лучше, чем было. Здесь, видите, нет ничего сейчас, и там идет активная стройка. Это на улице Чавчавадзе между Грибоедова и Лермонтова. Так, мы находимся с вами в старом городе, в скверике. Тоже здесь видим листики желтеют, золотая осень. Но сегодня у нас прекраснейшая погода, плюс 18 градусов. Нету дождя. Светит солнышко. Настоящая прям осень. В Батуми жизнь кипит, людей очень много на улицах. Так что вроде бы не сезон, но город не опустел. Ремонтные работы идут, какую-то трубу прокладывают. Смотрите, сколько носков вяжут здесь из шерсти. Я себе купила носки у бабули, вязаные.
15 лари, но они прям шерстяные, такие натуральные, колючие. Кто по ресторанам, а мы все по столовым ходим. Здесь, кстати, вкусно. И можно посидеть удобно. Эта кафешка находится на улице Гамсахурдия, 48. Вот здесь. Заходите. Здесь много. Здесь много их, да. Ну, там мне как-то нравится. Виноград 5 лари, яблоки 1 лари. Вот красивые яблоки по 1,5 лари, кстати. Mm-hmm. Недорого. Сезон мандарин и киви. Киви 3 лари. А, это же бананы 3,70. Здесь прям недорого. Виноград 3,50. Это вот недалеко от канатной дороги. На Чавчавадзе, Гамсахурдия, перекрестке. Много здесь фруктов всяких продается, цитрусовых. Жалко, что машины стоят, все закрывают. Вот такое поместье возле каштанов.
вот я возле морского вокзала. Тут вот такая мозаика, но это лепнина.